счастливые, что мы уезжаем. Ты помирите, все перемирите свои футболочки. Спасибо. Девочки идут с моими букетами. Что смогла, то унесла два букетика. Жалко, не смогла все прихватить. Вот мы уже на вокзале. Марина там с цветочками. Ника здесь с цветочками. В поезде. Вот Игорь. Такие счастливые, что мы уезжаем. Что маме передам, как ты сказала. Ты видела? Нет, не видела. Там другая женщина нам помахала. Но она перепутала вагоны. У нас тут цветочки с нами едут. Ну ты сказала одни. А мы одни едем? Да, одни мы едем. Она сказала, что с нами... Это тот же самый вагон, на который мы ехали в прошлый раз. Вот там с этим же самым рукомойником. Которым мы не пользуемся. Да, мы не пользовались. Не пригодилось нам. Ага, вообще. Мы уже едем в купе вот с такими цветочками. Какие смогла, такие увезла. Вчера у меня был день рождения, и вот сегодня уже в пути. Цветочки девушкам дарить надо, они их радуют. Что же делать надо? Вот и футболочка. Привет, Стас. Как ты себя чувствуешь, Стас? Молодец. Тетя, я поздравляю с днём рождения. Большое спасибо. Ой, вот вам. Вот вам что. Спасибо большое, Стас, спасибо. Поздравляем тебя с днем рождения. Мы собрались, как обычно, все твои родные, близкие, знакомые, которые как родные уже. Счастья себе, здоровья, чтобы мы почаще так собирались. Всего самого хорошего тебе. Цветочку тебе много, всего любви тебе, счастья, детки, чтоб радовали. Здравствуйте.
Здоровья. Ну а почему тебе не налили, что ли? Не налили ей что? Поменьше нервничай. Скажи, компот. Компот. Там решать тебе ничего. Компот. 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 Больше это самое. Душевное пахнет. Да, второй человек. Не обращайте на то внимание. Да, и спокойно. Поделай. Летние месяцы теплые, солнечные, поэтому ты тоже всегда такая жизнерадостная, улыбающаяся. Будь всегда такой. Здоровья тебе и всем твоим близким, окружению. Да. Здоровье, и чтобы деньги напали в темном месте, ты от них никак не могла. Синяя птица удачи с тобой всегда летела рядом. Не держи его, если за хвост сильно держать, тоже может улететь. Чтобы летело рядом. Луки тимохи выделите. А что, не грязный? Вообще, что вы делаете? Ты куда полез? Сам, а совсем что ли? Зачем вы сюда полезли? Прорвете там, выходите через дверь. Назад. Вон дверь есть, вот и через дверь вылезайте. Да, мальчишки полезли через окно. Ну а что же хотели? Нет, они по одному, если они вдвоем сразу полезли. А это вдвоем. Ну я потом тоже считаю, у нас же пластмасса на это. Не пластмасса, а деревья, это картонка. Стас тоже пытался, но я ему как бы запросила ничего. А да Стас, он аккуратно лезет. Да ну и конечно, аккуратно. Ты что, на картонку аккуратно. Это мы привезли из Анапы. А-а-а. Она сладенькая, даже можно детям пить одну ложку в день. Поэтому она будет, конечно, такая. Я такие люблю, как компотик. Счастья тебе, всего хорошего, улыбок больше. Неприятности пройдут. Жизнь такая, то полоска белая, то полоска черная. Да. Ничего страшного. Самое главное, чтобы в общем было все прекрасно. А в общем, все прекрасно и хорошо. Здоровья тебе, удачи. Все, мы с тобой приносим. Да никак, компот, не скажите. Это не компот. Нет, но все-таки градус на есть там. Ну, наверное, есть. А сколько у него? Где-то 10-12? Какой-то вкус вообще интересный. Когда окончательно проглотишь, тогда чуть-чуть. Нагодишь такое? Нет, там есть, не компот. Есть, нет, ну вначале. Явно не компот. Даже надо было с него компот начинать. А мне получается, я вначале выпила вот это, и тут же теперь другое, и мне теперь два вкуса во рту. Нет, ну вроде как. Шампанское вроде как это эффектно. Начало. Эффект? Да. Ну сюда все мероприятия с шампанское. Вроде как шампанское. Я хотела там как бы традиционно. Теперь у меня получилось смешанное внутри. Не только у тебя, у тебя так. Просто сразу. Не скажи, а мне тоже только шампанское. Следом. Потому что надо было допить вот это. Я допила, и тут же другое. Не могу сказать, подожди. Вот уже приехал перчик. Очень люблю мамин перчик. Настасья, как там у тебя дела? Игорек, будешь перчик, помидор? Так, хорошо. Ника, Марина, перец, помидор. Вероника уже, наверное, салатов наелась. Перец, он даже перчик. Холодец не влез. Маленький. Нет, маленький. Вот он поменьше. Перец, помидор? Фирменный перчик. Мне все без разницы. Давай, пусть будет перчик. Это с травкой, а вот это другое. Сдавайся, да я поругалась, ты не стала лазить. Не нужно пить его. Да, все. Ничего страшного. Он уже понял, все нельзя. Да, не надо, все. Надо дружить. Лучше дружите и играйте. Машинки у вас есть, играйте. Ну, но тоже оно не страх, оно просто какое-то более десертное. Дети уже все покушали, разбежались там играть. А что бегают. Это за вино? Это абхазское, но название я не помню. Надо у Лёши спрашивать. Чем-то похоже. Это какое-то виноградное с чем-то. Ну, я не знаю. Надо у Лёши спрашивать, я не помню. Нам не второе. А тут нет нигде, вот бывает, они же пишут. Да, пишут. А видишь, мама перелила, там, может, и было написано. А-а-а. Видишь, на этом написано чел и черный лекарь, поэтому я запомнил. А это все уже бутылки нет. Вот, все, вы есть бутылка. А там что написано на ней, я не знаю. Нет, наверное. В этом? Спрашивают название абхазского вот вина. Это второе? Да. Конечно. Там, наверное, не написано. Второе, конечно, тоже понравилось. Первое, конечно. Ну все, вот еще. А там одно, о чем они подписывали букву. А это даже, мне кажется, оно как-то полегче. А следующее, ты вот это да, чем первое. Это да, это легче, чем то. То вот с травами как-то не знаю. С травами оно наоборот. Это, кстати, можно детям одну ложку в день. Ты про это сказал, мама, детям. Мне кажется, и то. Вот этот, нет, сказали только вот про этот вот. Черный, черный лекарь. Ну, оно черный лекарь, потому что он за счет трав, да. А травы с этим прилично.
Ну как вообще? В этой каше тоже стоит кофе, там, где три капли, да. Там, 10 капель плюс. В этом, господи, в рафине там спиртяга есть. Подожди, сейчас. Сейчас разрежу, тогда тут и цветы. Ты же еще не разрезали. Как ты вообще сделаешь, что ли? Подожди, цветочки. Ну что он делает? Тань, смотри, Тань. Стас. Мама сказала, она все видит, все под контролем. Да. Ну, там что, не там не бьющийся, не бьющийся. Стасик. Какой красивый самовар, да, Стас? Да. Очень красивый самовар. Свет, а свет? Ты из моего детства еще самовар, я помню такой. Смотрите, какой он миниатюрный. Это а еще тут крышка должна подниматься. Да, он как настоящий. Мотив, нет, засунь эту крышку. Тихо, да не хрени, как это от бабушки получу. Вот так бы, и вот так бы. Мама, тортик режь. Там подождите, я же не сфоткала. Извините, надо сфоткать еще на работе. Я пока... Подожди, я сфоткала. Подожди, мама, отправлю. Ой, дяк. Мама сама делает тортик, мой любимый бульон. Сок, будешь? Без него никуда. Возьми кусок вот этот мне. Какой? Это. Первый? Это. Первый это. Тебе? Да я тут тоньше, и так тонко режу. Это. Тебе? Вот кусочек маме. Матвей, кстати, на пальон любит. Дыня. Тимоша не знает. Мне не понравится. А ложка-то где твоя, Тима? Что-то я не вижу вот. Себе на ложку. А вот она. Ну, давала, а, дай свой, валяются. Нина, дай свой. Нина, дай свой тарелку свою. Мама, цветов меньше, чем детей. Что делать? Они все хотят цветы. Ничего. Это девочки хотят, дети не хотят. Все хотят, даже все сказали цветов. Девочка. Стась, смотри, тебе тортик, Стась. Все, давай кушай. Стась, очень тортик. Я тоже так же требовала. Да, Аника, надо жевать и загадывать желание. Я и ты, блин, есть вместе. Загадала желание? А еще, знаешь, как кусок, ты говори, буду жирный, не буду жирный, буду жирный, не буду жирный. Дай ему чуть-чуть. Я сказал, если бы чтобы дали ложку хотя бы. Папа мешает тебе, да? Ложки я все... Игорю и дали ложку. На, вот. Что, держи его сейчас рукой, замахнуться об бок, да, папа? Мягкий Наполеон. Да, с нами. Это моя? Да, да. Ты мне чай? Ну, а зачем ты туда? На, вот компотик. И чай есть тебе. Компотик, пожалуйста. Тебе чай дали, только я уже не знаю, когда ты чай. А о, Марина ест тортик. Крем. Тут, я смотрю, еще и масло не дали. Да. Эксклюзивный в отделке. Хотела бы чай. Да, в отделке, да. Вот твой чай. Он прям мягкий, надо много ладно, крема, да, вот мой туда. Чай, все, давай. Основной крем заварной для того, чтобы он пропитался. Mm-hmm. Вообще я хотела сливки, но я тут замоталась, я никогда не делала. Горячий мне чай надо... Ну, по-моему, с... Горячий мне чай надо сдобить, потому что я чтобы выставить. А, вот горячий. Ну, надо не Наполеон, это слойка, да? Потому что я чтобы выставить. Да, ты не ради бога. Наполеон люди добавляют такой крем. Хороший, да, Стась? О, выздоровей сейчас, быстро. Мне вот именно слойка как раз нравится, вот именно рецепт. Чей телефон? Мой. Чей телефон-то? Какой-то милый товарищ. Да. Ты померите, все перемерите свои футболочки. Спасибо большое. Ну, я не знаю, как получается. Они абсолютно одинаковые на этот раз получились. Я хотела разные, но они... Это все наше, да. Это все нам. Да, это нам. А это отдельно просто... Здесь горячие эти, а здесь тортик, чтобы в разных пакетах было. Мне что-то жарко, я куртку одену. Да, и духа, бандитская. А почему?
Не все цветочки я взяла. Линии, к сожалению, очень большие. Хотела их собрать, а они стали рассыпаться. И решила оставить. Мама будет там за ними ухаживать, поливать. Мы сейчас будем ужинать. Вот Вероника уже готова к трапезе. Марина наверху отказалась с нами кушать. Сыта, говорит. Так что сейчас будем кушать то, что мама, то, что бабушка нам приготовила. Вот так профессионально мама упаковала нам кружечки с яблочками. Марина все-таки решила к нам присоединиться. Тут мама нам еще булочки вот такие передала. Огурчики у нас. Еще такие печенюшки. Я, кстати, очень люблю. Я тоже. Они очень сдобные. Как называются? Как они называются? Сдоба. Карапузики. Хоть и карапузиком это пекли, но кушать будет мама. Я тоже. Так, у нас еще сыр виола. Кто будет? Вот такой виола есть? Все. Мама тоже купила. Так, а здесь, кстати, сосиски. Вот этот маленький, который вы любите. Сосиски. У меня здесь, кстати, не пирожное, нет. Упаковывала бабушка, поэтому здесь у нас лежит рыбка. Жареная рыбка с картошечкой. Вот такие фирменные бутербродики. Хлебушек, картошечка и рыбка в тесте. Вот такие сосиски. Съешьте по две. Марина, бери сосиску. Две штуки. Две Вероники. И сейчас огурчик еще вам открою. Оказывается, не просто здесь огурчики, еще колбаска. Давайте, девочки, кушайте вот эти сосиски в тесте и вот эту колбаску с огурчиками. Приятного нам аппетита. Угу. Марина, колени выше головы. Мы обнаружили, что в этом купе не работают эти ночные лампы. Пап, давай, Никусь. Никак. Удерживай. Может, надо удерживать? Попробуй. Не работает. Марин, попробуй себя. Работает лампочка? А покрути, что-нибудь там можно? Может быть, ночной режим? Ну, я могу, давай выключу. Попробуем ночной режим. Сейчас вот я выключу купе. Давай. А лампочки не работают в купе. Вот так вот. За 16 тысяч. Там со скидкой вроде 14 было тысяч. Но все равно. Вот за такие деньги здесь не работает ни одна лампочка. Еще здесь очень холодно. Я спросила, как сделать потеплее. Мне сказали до конца вверх включить. Ну вот я до конца вверх включила. Здесь оно свищет. Вот у меня дети под одеялами. И мне холодно. Наверху холодно, внизу тепло, конечно. Там не достает. Здесь холодно. Это вообще не знаю, что это за кнопка. Я все-таки думаю, что какая-то загадка в этом есть. Как могут не работать лампочки? Первый раз вообще такое. Даже в самых ужасных вагонах и купе лампочки всегда работали. Нет, ничего не работает. Вообще замечательно. Это мне при свете ехать. Мне надо работу работать. Билеты теперь прелесть. Просто экономят на всем подряд. Билеты теперь стоят, вот у нас купе, от 14 до 16 тысяч. А сами вот эти билетики бумажные выглядят все хуже и хуже. Это вот выглядит, как, знаете, чеки в магазине. Чеки из магазина. Даже на билеты не похожи. Раньше такие хорошие были, твердые, картонные. На все подряд экономят. Вообще, просто вот неуважение к пассажирам. Подъезжаем к Питеру. Вот такое солнышко мы с собой везем из Орла. Странно, обычно мы несем только дождь. Да, сегодня вот так. Из Орла мы везем солнышко. И оно, кстати, хорошо греет через окно. Жарко у окна.
Мы уже прибыли в Санкт-Петербург. Готовы выходить. Я беру свой чемодан, да? И ухожу от вас. Стопы. Ну, а да. Вы взяли мой телефон? Да, вот он звенит, слышишь? У тебя почему-то странно бы денег стоит. Это разве мой? Вот мы уже прибыли в Санкт-Петербург. Сейчас папа нас будет встречать. Такая площадка. Ремонт еще в процессе. Надеемся, скоро поставят какие-нибудь лавочки и качели. А это цветочки, которые приехали из Орла. Вот цветочки от тети Светы. И цветочки от мужа. Мои любимые розы. Я люблю розы и лилии. Вот такие еще сюрпризы от мужа. Конфетки. Какие-то интересные конфетки. Большая коробка. Жалко открывать. Рафаэлка любимая. Это духи. Такие духи. Потом открою, посмотрю. Большое спасибо, любимый муж. Стоит здесь рядом. Подслушивает. Вот. А еще у нас в процессе ремонт кухни. Вот. Меняем столешницу. Раковину поменяли. Кран, газовую плиту, но все еще в процессе. Будем еще менять, как на панели, да? Панели, пока не знаем еще какие, но вот. Все новенькое, чистенькое, но в процессе. Заменим, конечно, на панели. Вот еще один сюрприз. Вот такой сюрприз. Тортик. Он очень толстый, он очень большой. Сейчас будем пить чай. Вот такой чай нам еще подарили в Орле. Пока не будем открывать. Там много-много разных вкусов. Мы любим такой чай. И заказали мы сегодня на вечер сегодня пиццу. Одна пицца должна быть сырная. Это нет, это не сырная. Это не сырная. Видишь, здесь бекон. И соус еще там какой-то. Вот это, наверное, сырная. А в Марине у нас любит сырную, но и сырную. Давай. Наверное, сырный, да. Ну вот, и заказали там, по-моему, да, не кусь тебе, мы заказали суши. Много мы не стали заказывать, как-то бы они нам поднадоели. Решили пиццу. Пиццу побольше решили взять. Кстати, в Питере очень-очень холодно. Так холодно, везде в теплых кофтах. Ну вот, ровно. Или суши, не знаю, суши, роллы. Так что сейчас будем ужинать. И, скорее всего, увидимся уже в следующем видео. Так что всем пока-пока.